Я приветствую вас, товарищи. С вами граф фон Зонг. Настало время поговорить о объекте 430. Сперва чуточку истории. Проект данного танка был передовой конструкцией своего времени. Это была не очередная модернизация серийного Т-55, из которой появился Т-62А, а совершенно новая идея. Революция, а не эволюция. Идея, которая окончательно привела к появлению нового единого класса танков. Это основной боевой танк. Объект 430 был предтечей первому танку в этом классе. Самому секретному танку Советского Союза. Т-64. Разработан он был в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению, в том же самом КБ, где перед войной была разработана легендарная 34-ка. В конструкцию и компоновку танка было привнесено столько нововведений, что аналогия с 34-кой здесь оказывается очень к месту. Это был такой же технологический прорыв в танкостроении и новый качественный скачок. Если кратко, в чем он заключался? В первую очередь, автомат заряжения, новая ходовая часть, новая компоновка боевого отделения, новая компоновка моторного отделения. Напомню, двигатель там стоял поперек, а не вдоль, как на Т-44. Новая трансмиссия, которая позволяла уменьшить объем моторного отделения намного. Новый прицел и дальномеры. Все новое. Орудие, правда, еще старое, нарезное. Но в нашей игре это условие того, что танк вписывается в баланс. Гладкостволы нам категорически давать не хотят. Так мы плавно переходим к танку как к игровому его воплощению. И здесь он вечно обречен быть сравниваемым с двумя другими топами советской ветки. В крайних патчах танк получил небольшой ап к разбросу и времени перезарядки, что совершенно точно не помешало бы ему. Разработчики позиционируют 130-й как штурмовой СТ, обладающий лучшей защищенностью среди советских СТ и лучшим ДПМом. Не знаю, как насчет защищенности, тут, пожалуй, спорно сказано. Броня корпуса может и лучше отбивать снаряды, чем объект 140 и Т-62, но не настолько, чтобы остановить снаряд танка 10 уровня. Если он попадает не под сильным углом, нормально. Башня хорошо бронирована, но имеет тот же недуг, что и объект 140. Крыша пробивается благодаря правилу трех калибров любой пушкой калибром больше 90 мм. Попасть туда сложно, но можно. Плюс может залететь и случайно. У 62-го башня пробивается только в лючки. А следовательно, нет этого преимущества защищенности, делающего СТ штурмовым. Другое преимущество 430-го – это ДПМ, который выражается в том, что заряжается он при прочих равных аж на полсекунды быстрее, чем 140-й и 62-ка. Безусловно, прям решающее преимущество. Я бы дал ему фору секунду или хотя бы 0.8-0.7. За это мы платим точностью. Сводится полностью 430-й дольше своих собратьев.
Ни в коем случае нельзя сказать, что это долго. Или не точно. Тут скорее дело в том, что 140 и 62 могут стрелять на ходу, попадать, а при остановке сводиться чуть ли не мгновенно. Еще мне показалось, что 430-й чуточку подвижнее своих собратьев, как он крутится на месте, ускоряется, поворачивается на полном ходу. Аналогично и проходимость на плохих грунтах. Но точных замеров я не делал. Ощущение сугубо субъективное. И на истину не претендует. А что можно сказать точно, так это то, что компоновка 430-го существенно отличается от своих собратьев. Выражается это в том, что теперь при попадании в лоб справа танк не загорается. Это означает, что особо рискованные могут возить с собой масло или доп-паёк. Зато при попадании точно по центру очень часто страдает мехот. Потому аптечку возить обязательно, а лучше даже большую. Это снижает шанс его контузии. Возможно, именно благодаря этому в представленном видеоряде ни один мехот не пострадал. Если же, наконец, абстрагироваться от сравнения со своими советскими собратьями и рассматривать данный танк как обычное топовое СТ, то вот что мы увидим в сухом остатке. Хорошая подвижность. Рандомная рикошетная броня, на которую, конечно, полагаться нельзя. Это средний танк, а не тяжелый. Один из лучших ДПМов в игре. Малая альфа — это особенность советских СТ. Хорошая точность и нормальная стабилизация. Я подчеркиваю, нормальная, а не великолепная. Компактные размеры и низкая заметность. Средние углы вертикальной наводки. Это вам не китаец с задранным дулом на кочке. Но и не американец с японцем, конечно. А углы, они для хипстеров. На самом деле. Бронепробитие орудия на уровне лучших мировых аналогов. Нареканий не вызывает. Можно упомянуть еще такой параметр, как редко встречающийся в рандоме. По моему скромному опыту, чем танк реже встречается в бою, тем интереснее на нем играть. Подчеркивает вашу индивидуальность. По тактике применения ничем, по сути, не отличается от других советских СТ. То есть, самые лучшие и интересные бои, которые вы видели, получаются при игре взводом, в волчьих стаях, среди СТ-шек, дерзкими прорывами и внезапными сменами фланга, и, конечно, на сладкое наказание арты. На этом, дорогие товарищи, я с вами прощаюсь. И запомните, что лучшие танки всегда делали, делают и будут делать в Советском Союзе. Гип-гип, ура!